Так, снова Мармок жжёт. Джинглан Беллс, праздник, он вам идет. Мой олень машину пропал, теперь он меня везет. Джинглан Беллс, праздник вам идет. Я подарки вам дарю, потому что идиот. Эй, хоу, тормози, сын. Ты заслужил подарок на Новый год? Подарок? Да. Подарок, хоу-хоу-хоу. Подарок, да, заслужил, знаешь, такой не растерялся. Дед Мороз исполнит одно твое желание в эту новогоднюю пору. Будь готов колдовать админкой, Аркаш. А какой подарок ты хочешь, чтобы я... Хочешь, чтобы наколдовал что-то? Погоди. Смотри, я фокусник. Я Дед Мороз, который исполняет желания. Скажи, пожалуйста, какое что-то ты хочешь? 100 тысяч баксов. А не охуеть, ты случился. Машину, на 10 игровых хотя бы. 1000 баксов. Ну, в смысле, да. Снизь планку немножко. 50? А, нет, я выбираю приз. Скажи, что с такими запросами он может превратиться в новогоднюю ночь. Ну ладно, ладно, смотри. 5000 сойдет, 5000 норм. В принципе, согласен, окей. Согласен, хорошо. А чё так торгуешься? Ты не знаешь, все равно админку. Сам ты говоришь, давай. Елкот, какая разница, сколько денег, или это прям критично не, важно? Не, ну деньги там типа шпатная валюта, ты еще покупаешь и в игре. А-а-а, он поэтому сказал 5000 получается. Когда 5000 согласился, да. Значит, изначально было 100, а вы такие 5, ну хорошо. Нет. Это очень неплохие бабки, ты чё? Тру-тру волос, рву волос, сим-салаби, махалай-махалай, биг-бадабу. 5999. Всё, капнуло? Там тебе должно было упасть с небольшим кэшбэком. Прямо. О, это же бонус. О, о, дедушка, это отличный подарок, спасибо. Все. Отлично, упала. Потрать с умом. Потрачу, да, все. Так, съемка закончена, возвращай деньги. О, кстати, а в клуб вы не хотите съездить? Я бы вас не-не-не, нам, у нас мало времени, нам нужно осчастливить весь штат. Штат осчастливить. А меня можно осчастливить, пожалуйста? Иди на кого? О, да, прикинь, он там все время стоял. Он увидел, что подарки раздают, стал такой, знаешь. Там, знаешь, а меня можно, пожалуйста? Все люди называются гражданин, а он, смотри, Илья Ориков. Кто это Илья Ориков? Вот этот вот чувак, Илья Ориков. Подожди, кто это чувак? Это же Джохан рядом с ним, с такой прической. Вот Джохан. В смысле? Нет. Нет. Это же прическа скин Джохана. Он же подошел, только что спросил, а можешь меня осчастливить? А, да? Ну. Ну ладно. Это рефлекс, я Дедушка Мороз, я сегодня добрый. Хо-хо-хо, помогите! А, этот штат не спасти! Никаким Новым годом! Да я пытаюсь! Избили Деда Мороза, чуда не будет. А, уезжай! Бэтмен покинул этот город давным-давно! Кстати, Merry Christmas! Сегодня 25 число. Кто там католик, кто там Рождество празднует? Всех поздравляю! Да, католическим Merry Christmas'ом. Вау, как красиво, так много снега. Атмосферно. Здесь снега, что аж смотреть долго. Аж пошалить захотелось немножко. Давай заедем, короче, куда? Атмосфера вся заключается в красной машинке с подарочками и елочкой. Угу. Вокруг город не очень украшен, я бы сказала. Надежды какой-нибудь, там не примялки, а снег вообще. Да, только такой мелкий слой. Понятно, понятно. Джинго Белл, на самом деле, очень удачная машина. Она дарит людям новогоднее настроение. И да, на красном мы заметили. На кровь на капоте. Да. Итак, нужно закупиться подарочными подарками и надарить. А в какой магазин? Куда? Да любой. Вот справа, 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 справа. Вот справа и налево. Ну, не настолько справа. На карту посмотри. Децинг. Смотри, магазин оружия. А давай это пушки будем дарить. Это же опасный город. Санте нужно адаптироваться под современные реалии. Давай попробуем. А не уверен, что я могу купить, кстати. Все ты можешь. Только давай недолго, а то меня опять арестуют за организацию митинга. Во, все, поздно. Долго. Я же тебя попросил. Банда желтых. Валим. Блин, машина медленная. Приобнял стол. Как шлюха просто. Я потом шестал.
дорога скользкая. С наступающим! С Новым годом! Копы на хвосте! Новый год идет не по плану! Что-нибудь делай! Ого-го! Да что я сделаю? Подарим подарок! Корыто это медленное! 5000! Снежок мне за воротничок! Я мифический персонаж, отстаньте! Меня не существует! Я буду отстреливаться, учти! Я живу там! Громкоговоритель у них откуда? Я буду отстреливаться! Я же олень! На шалуни! Какой-то Новый год пошел не по плану! Останови за поворотом, я его ебу! Потом подарок вручу! Звучит как план. Хорошая последовательность. Все, годится, согласен. Добрейшего вечерка. Вам нужны подарки? Недорого. Деда Мороза заказывали? Слушай, похоже больше на барыгу. Вам нужны подарки? Недорого. Знаешь, так открывает этот свой тулупчик. Да, заказывали. А что вы хотите? Может, у вас какие-то особые пожелания есть? Может, чтобы там месячных не было никогда? Или волосы отросли? Да я вот только в штат заехал, хотелось бы как-нибудь... У меня для тебя расческа где-то была, погоди. Или шампунь. Тряпочку для лысины. Тряпочку надо протирать, чтобы она не сделала. Ой, можно не дарить. Да уже не надо. Тебе что? Я вот очень хорошо себя вела весь год, не нарушала тут ничего вообще. У меня для тебя есть пачка сахара, вот, пожалуйста. Сахар. Сахар, спасибо. Можно я его сейчас прям съем? Да, ради бога. Меня... Ну что-нибудь получше. Что-нибудь получше подгони. Отлично, сахар. Ну, он сладкий. Через маску ест. А тебе что? Как теперь олень без сахара? Могу Снегурочку подарить, но только на час. В нашей машине кто-то греется. Добрый вечер. Можешь мне сделать небольшое одолжение? А там тоже Санта? Да не вы, тот, кто за рулем. Сделай мне одолжение, покинь транспортное средство, пока я тебя не умертвил одним морганием. Ой! Ого! Женщина твоя? Какой костюм у него? А так послушный, слушай. Теперь моя. Нормально. Тип! Тип! Свитер классный. Тоже с именем, видишь, шлем. В свитере. Скажи, пожалуйста, где ты купил? А, порядок, какой классный свитер. Ты заметил, какой классный свитер с классным принтом? Да. Я купил у человека. Что такое? А ты знаешь типа, который подарил тебе этот свитер? Я могу на него выйти? Нет. Блин, да, обидно. Нам вещи просто нужны новогодние, чтобы дарить их людям. Они должны быть такие праздничные. А тебе еще нужен свитер? Поделать. Уже угрожает. Один свитер, мне нужна партия свитеров. Хочу дарить. Но один можно получить прямо сейчас. Дарить. Не, один мне не нужен. Раздевайся. Ну ладно. Все-таки раздевайся. Я шучу, придурок. Он шутил. Зачем? Это придурок. Олень. Один свитер. Снимай свитер. Снимай свитер. Ну хер с ним, пускай будет один свитер. Недаром у Джохана на костюмчике рожки. А вот в чем тут дело. Дело в том, что при записи следующего фрагмента я использовал voice mod. Это не реклама, я его и раньше использовал для записи GTA RP. Так вот, суть в том, что там появился новый эффект на базе нейронных сетей. Он натренирован на английской речи и сделан под английскую речь. Оттого любое слово на русском звучит с диким американским акцентом, что делает местами речи неразборчивой, но в то же время добавляет некую комичность всему сказанному. Да? Поэтому для удобства я добавил субтитры. Ну что ж, вроде бы все объяснил. Тогда поехали. О май гад, а сюда можно заходить? По-моему, прикольно. Это полиция участок. Полиция участок? Нельзя, ты кто, уходи нахуй отсюда, факов, клин с ренчерсовым бадом. О май гад, ступид, piece of shit. Ждание выйдет отсюда. Oh, I don't understand you, what? Дражин, выходим. How are you вот guys? I don't understand you. Что тебе нужно, ребята? Can you speak English, please? Пытаешься спикать по-инглиш, когда такое не получается. Сейчас пикнем. You, понял переводчик. Fuck off. Oh, I'm sorry. I don't understand you. Дражин, если вы еще не покинете территорию, вы будете задержаны по статье 12.8.4, а именно проникновение. I don't understand any word you just say. F*** off, please, Новым годом.
Музыканты мексиканские. Please explain why you took me. На особенно охраняемую территорию. Проникновение in your eyes. Сейчас вам табличку покажу, куда вам ходить нельзя. Вы хотите мне что-то показать? Окей, alright. Вот видите, нельзя. I understand. Okay. Показать нельзя. Почему? Знаешь, мы показали в разные стороны. Нельзя. Что другое? Нельзя. Понять. Окей. С Новым годом. Просто ушел? Зашел. С Новым годом. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Также вы имеете право на один телефонный звонок не больше 3 минут. Также вы имеете право на адвоката. Слушай, так ответственно точно к своей работе, прям капец. Да. Sorry, I'm sorry, я не понял ни одного ворда. Ворда. Не пробивай, просто, блядь. Да, он идет, ведет и говорит. Нет, ему пофиг. Вы имеете право на... Сейчас сбился. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано. Заново. Второй раз, вам ясны ваши права? Обама. Вильям, можете подойти к выражению правый или левый карман? Oh, yes, yes, you can touch my balls, and you can put your finger in my ass. Понятно. Выпустите меня, пожалуйста. Come on, guys. What do you want to play karate? Okay, I have translator with me. One second, wait, please. Я не знаю, что сюда нельзя. Если ты вот меня не отпустишь, я подкну тебя ногой. Нормально. Вот этого я такого не ожидал. Скажи, может, ты правильно сказал? О, сори, сори, bad translator. Я имел в виду, я побегу домой. Он, оказывается, очень богатый человек, и он предложил мне... I will buy, я купить тут все, и потом передрахать, и по очереди. Нормально. Я так понял, что он не понял, что сюда нельзя. Вот. Я и... так понимаю, то, что вы мне нам свое не скажет. Так он сказал. Okay, I understand what you need. You need my name, no problem. My name is Grigori. Григорий. Григорий Пусин Дистиллер. I'm from Григорий. Григорий из Англии. Типичное английское имя. Maybe he's a move. To come every day. I love camel in the morning, the Isle of Cam, with animals. Это же он там? Говорит, пришел в наш город с друзьями и животными какими-то. Да-да-да. То, в принципе, я его могу отпустить, но если он в третий раз сюда придет, то я его задержу. Окей. Снова придет. Tell you. Yeah. He can go. They let you go. If you don't. Это получается, Джохан его переводит. Типа с русского на английский. Да. Come on... Where? But they love to come. Thank you very much, Zini. I hope you will have a great Christmas and you will die in the morning with some knife in your ass. Thank you, Zini. Очень большое тебе спасибо. Thank you. С Новым годом. Goodbye. Все снова заходит, да? Ну, естественно. Привет, народ, как будто бы... Блин, я уже забыла, что это мормок был. Ёбаный мормок, это был ролик по нашему ГТР по серверу Скват. Там зима, там красиво, и по-прежнему действует зимний пропуск со всяким зимним содержимым. Ссылка в описании, на этом все, скоро увидимся, пока-пока. Короче, такая получилась реакция, спасибо за просмотр, пока. Неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.